Желательно каждый день менять воду, обновлять срез подальше от тепла. Ухаживать нужно за букетиком. Он будет вас радовать достаточно долго. Это касается почти всех цветов. На день рождения, годовщину или свадьбу. Цветы – уместный подарок на любой праздник. Опытный флорист всегда подберет букет для особого случая. Ведь эти специалисты декоративно-прикладного искусства обладают вкусом к прекрасному и знают все о колористике. Работаю в флористике очень давно, больше 10 лет. Честно, не думала, что моя жизнь будет связана именно с флористикой. Но так получилось, что я не представляю себя в другой сфере совершенно. Без цветов жить не могу. Очень люблю разные композиции собирать, сочетания, экспериментировать, кстати. Тоже интересно бывает. Это такая профессия, в которой нет конкретных рамок. Все зависит от тебя, твоей фантазии и опыта. Хотя профессия флориста существует уже много веков, свой праздник у отечественных мастеров цветочных букетов появился только в 2009 году. Флористикой я занимаюсь уже очень давно, 20 лет. Работаю на одной и той же фирме. Почему стала флористом? Наверное, это мое призвание. Мне нравится заниматься с цветами, работать с людьми. Поводов очень много. И на юбилеи, и на дни рождения, свадьбы. Просто порадовать человека. Очень много приходят и просят собрать миленький небольшой букетик для того, чтобы просто поднять настроение своей второй половине или просто близкому человеку. В магазине «Городские цветы» всегда большой выбор. Сюда приходят те, кто точно знает, что цветы лишними не бывают. Выберу цветы, потому что девушки любят цветы, а повод, потому что моей любимой дочери день рождения. Вот. И она обожает цветы. Вот зашел в хороший такой для меня магазин, подобрали, ну, как бы все сделали для моей любимой дочери. Мне очень нравится букет. Сегодня женится мой сын. Я приобрел цветы для моей невестки, для будущей снохи. По словам специалистов, цветы положительно влияют на психологическое и эмоциональное благополучие человека. А подобрать букет по душе помогут опытные флористы, найти которых можно по адресу Первомайский проспект 56. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».